Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство AGM-Pad, и сейчас я покажу вам, как проверить историю уведомлений. Открываем настройки, выбираем уведомления, далее выбираем историю уведомлений и включаем ее. После чего здесь у нас появится история уведомлений. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.